Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом приготовления яблок в сахарной глазури. Это угощение очень любят дети. Напоминаю, что все подробности рецепта вы найдете под видео. Не забываем подписываться на мой канал. Итак, для рецепта нам понадобятся мелкие яблоки. Яблоки моем, удаляем хвостики. Обсушиваем полотенцем. И накалываем на шпажки. Далее приступаем к приготовлению сахарного сиропа. Берем 1 стакан сахара, полстакана воды, смешиваем, ставим на огонь, доводим до кипения. Варим минут 10, затем добавляем лимонный сок, варим еще минут 10 и в конце добавляем краситель. Огонь убавляем до минимума, берем одно яблоко, окунаем в сироп, даем излишкам сиропа стечь и выкладываем на бумагу для запекания. Затем берем второе яблоко, также окунаем в сироп, даем излишкам стечь, выкладываем на бумагу. Яблоки не должны соприкасаться друг с другом. Яблоки оставляем при комнатной температуре примерно где-то на пару часов, чтобы хорошо застыла глазурь. По истечении времени выкладываем яблоки на блюдо и подаем к столу. Приятного аппетита!